Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, мы снова сегодня пришли одевать мужчин на стильную мужскую одежду и обувь. Здесь в этом павильоне есть и куртки, костюмы, головные уборы, спортивные костюмы, очень много джемперов, брюки классика, джинсы и спортивных костюмов тоже очень большой ассортимент. Поэтому, кому интересно, оставайтесь с нами. И сейчас, девчонки, я буду рассказывать, потому что не все умеют говорить на камеру. У нас будет кинооператор Лёва и помощница Оксана. Правильно? Если что, девчонки, мальчишки, вот вам визитку. Все вопросы, пожалуйста, на визитку. Если кого-то заинтересует этот товар. А мы пойдем вместе с вами. Сейчас я, конечно, в первую очередь начну с рубашек, хлопок. Это у вас 1000 идет рубашка любая, да? Любая рубашка 1000 рублей. Девчонки, мальчишки. Качество очень хорошее. Мягко все такое, ткани. Хлопок, да, Оксан? Да. Хлопок. Размер из какого по какой? От М-ки и до 3XL. Вот поэтому, кого интересует, пожалуйста, рубашки по 1000. Так, Лев, держите, не переживайте камеру, а я буду показывать сейчас костюмы. Так, смотрите, спортивные костюмы. Как умею, так рассказываю. Извините, я не ас, не профессионал, хотя очень многих научила, как рассказывать. Идут брюки, не на манжете, полный рост, да? Так, на замочке, можно его использовать как пыльничек. Качество, посмотрите, вот прям все аккуратненько, все прошитое. Так, и цена этого костюма, так. 7500. А? 7500. Размер из какого по какой, Оксан? Размеры МК до 3XL. До 3XL. 7500 размер. Так, также хочу показать следующую модель. Это у нас 8500, тоже такой с капюшоном. Размеры, Оксан? Также. Сэмки до 3XL. Сэмки до 3XL. Я надеюсь, видно здесь. Здесь можно на липучки, замочки. Тоже можно как его использовать, как даже пыльничек. Цена 8500. И скидка 15%. 10-15% для покупателей. А, скидки для подписчиков 10-15. Так, 10 или 15. А то людям надо точность. Так, 8500. Следующую модель вот спортивных костюмов тоже. Приходите, если говорите, что от канала Тамары Шик, вам еще делают скидку. Так, а здесь цена у нас также тоже 8500, да? 8500. Тоже полная длина, не на резиночке. Немножко зауженные, да? Те пошире, а здесь по зауженней штанишке. Да? Размеры тоже, да? Также. Так. Очень интересный такой, с белой кофтой тоже, толстовочкой. Так, цена его 7500, еще и скидка, мальчишки, 7500, качество вот, смотрите, прям мягонькое, хорошее. Сэмки тоже до 3XL? До 3XL. Так, цена его 7500. Давайте вот этот покажем тоже. Моделей очень много. Это просто вот хлопок, качество, не знаю, видно на камеру или нет. Будете носить 8500. Так, я в очках, потому что не вижу ценник, поэтому извиняюсь. Также есть в синем цвете. С надписью. Все простежено вон, все аккуратненько сделано. Никаких ниток, ничего не торчит. Давайте вот эту модель покажем. Тоже очень интересная такая. Ее можно использовать как бомбер. Рукавчики. Но я думаю, что он по цене, наверное, дороже. Нет. Нет? Какая цена? 8500. 8500. Уже, правда, искать не буду. Вот мне Оксана подсказывает. Так, тут этикетка у меня немножко зацепилась. Не переживайте. Это я. Так, вот, смотрите, как оформлен воротничок. Все аккуратненько. Здесь такая ткань.
водоотталкивающая. А штаны у них тоже вот прямые. Ничего лишнего. Вот, пожалуйста. Цена 8500 и еще скидка будет тем, кто придет от канала Тамары Ши. Также вот. Это похожие, да? Это совсем последняя коллекция. Последняя коллекция? Да. Угу. На замочке. Размеры M3XL. А вообще спортивные костюмы до какого размера? Есть 6, 7XL тоже. Баталы тоже есть. Батальная серия тоже есть. Так что, ребят, приходите, спортивных костюмов очень много. Это в оригинале. Так, вот. С начесом. Это с начесом. Оригинал? И сколько такая цена его? 14500. 14500. Ой, она даже как курточка. Вот даже сейчас уже можно ходить. И брючки. 14500. Размеры? Также до 4XL. До 4XL. До 4XL. Есть еще в сером цвете. Так, спортивных костюмов очень много. Вот такая модель. Сколько цена и размер? 14500. А, вижу, 14500. Штанишки. Это тоже в оригинале. Тоже в оригинале? 14500. А размеры? Сэмки до 4XL. Сэмки до 4XL. Для меня сниму очки, потому что мне уже говорят цены. Уже немножко все раскрепостились. Это так, 7500. Тоже такой 7500? 7500, размеры? М до 3XL. М до 3XL. Так, мы сейчас вот так пролистаем, потому что спортивных костюмов тут расцветки разные. Посмотрите, ребят. Вот такой костюм. Сколько размер, цена? Также 7500. Сэмки до 3XL. До 3XL 7500. Это 9500. 9500. Это 9500, сэмки до 3XL. Сэмки до 3XL. Так, такая модель. 9500. 8500? 9500, сэмки до 3XL. До 3XL. Смотрите, сколько, ребят, костюмов. Все это тоже можете позвонить, написать на WhatsApp. Так, давайте вот этот красный возьмем. Страстный, яркий такой размер и цена. 7500, сэмки до 3XL. До 3XL. Так. Ну, давайте вот покажем вот этот костюм. Тоже вот укорочено. Немножко, ну, такой как бомберек. Тоже. Спортивных костюмов получается цена 7500 и до 14500, да? 14500, есть 11500. 11500. Так что, мальчишки, на WhatsApp выходите. Сейчас мы вот так полистаем. Вот такой вот тоже очень интересный. Шоколадный цвет. Видно там все, да? Тоже, я говорю, их можно не только как спортивку, но и можете вот эту курточку одеть как бомберек. Очень красиво тоже будет. Под любые джинсики, брючки. Не обязательно. И по цене он? 7500. 7500. Также есть такая же модель, только в синем цвете. Так, размеры у нас. Так, оператор к нам поближе. Есть с кожаными вставочками. Вот, пожалуйста, как погончики такие. Тоже очень интересно. 10500. Сэмки до 3XL. Сэмки до 3XL. Так, вот такой вот серый. Тоже. Сейчас, смотрите, штанишки идут. Ничего лишнего. Так, размеры с какой по какой? Сэмки до 3XL. Сэмки до 3XL и цена? 10500. 10500. Ну, конечно, мы не можем обойти куртки. Потому что сейчас и куртки вот... Посмотрите, идут укорочены, как бомберек. Получается у нас на верблюжьей шерсти, да, я так поняла? Да, это все верблюжья шерсть. Вот сюда вот. Покажем, давайте вот. Ага, поближе. Смотрите, какая подкладка. Все так аккуратненько сделано. Вот, видите, верблюжья шерсть. Здесь можно все проверить, замочки. Там состав, все написано. Все состав, все написано. И сколько такая цена? 15500. 15. Мех отстегивается. Размеры с какого по какой? 48-58. 48-58. Так, такая же есть моделька тоже. Верблюжья шерсть. Все аккуратненько, ничего лишнего. Тонкий верблюжий мех замуж. Угу. Компьютерный.
Лазерная шлифовка. Лазерная шлифовка, да? Да, да. Правильно, да, называется. Да. И сколько цена ее? 11500. 11500. Размер 48 до 64. До 64. Вот видите, мы уже это начинаем с всей командой здесь. Смотрите, здесь идет на клепочках. Тоже размер, 13500 цена, размеры 48-58, да? Угу. Так, также есть и в шоколадном цвете, так и похожие, как мы показывали, да? Эти чуть-чуть удлиненные. Удлиненные, а покороче. Да. Угу. Так, что еще новое? Давайте покажем. Так, вот эти давайте, вот связанные, вот так, ага. Вязаная такая вязка, да? Да. Шерстяная, очень интересная куртка. Еще раз фирму назовите. Фирма Баротелли. Вот она, я, кстати, Баротелли, давайте. Это турецкая фирма, Турция пришивает для Европы, не экспортирует. Ага. Да. Смотрите. Здесь тонкие. Цена 10 800. Здесь на тонком синтепоне 10 800 цена куртки. Так, давайте. Кожаная вставка тоже. Баротелли фирма. Угу. 13 500. Размеры? М-ка до 3XL. М-ка до 3XL. Да. Если кого-то интересует, пожалуйста, на WhatsApp пишите эти куртки мужские. Кожаная вставка. Угу. Верблюжий мех. На верблюжьем мехе? Да. Угу. 48 до 64. Цена? 11 500. Да, здесь цены написано. Вот, кстати, ребят, если вы приходите в этот павильон, вот, можете, да. А если говорите от канала Тамара Шик, вам еще скидочку сделают. Так что, вот это? Как драп, да, такой? Кашемир. Господи, я постоянно путаю. На верблюжьем мехе? Давайте откроем, покажем. Воротник отстегивается. Вот, пожалуйста. Мех снимается. И черным цветом. 13 500. Черный цвет есть тоже. 13 500. Вроде бы как бомбер, и в то же время как пальтишко, да? Вот смотрите, моделей много тоже разных. Также я смотрю, а это тоненько, вот сейчас ходить. Ага. Так, ну давайте вот эти покажем. Вот так. Пиджачный вариант. Да. Вот. Тонкий, давайте. Тонкий на тонком верблюжьем мехе, да? Пиджачный вариант такой. Вот тоже можно сейчас одеть. Вроде бы и ветровка, в то же время как пиджачок. Качество гарантии. Гарантию дают по поводу товара. Размеры и цена. Так, цена 13 500. Еще скидка будет, если от канала Тамары Шик, если вы заказываете или приходите. Отправку делают в любой город. Я извиняюсь, давайте еще какую-нибудь новиночку вытаскивается. Ага. Вот. Ну, мы вот сейчас уже всей помощью, помощь друга. Тоже вот все аккуратненько сделано, подкладочка. Ой, такая прям мягенькая, все. Угу. Модель дипломат. Дипломат? Модель называется дипломат. 12 800. 12 800. Угу. Гарантия 3 года. Это тут больше будет, качество очень хорошее. Гарантия 3 года, говорит. Что в ней надо сделать, чтобы... Вот это? Угу. Вот тоже. 12 800. Фирма Баротелли. Состав. Вот все, пожалуйста, ребят. Все здесь есть. Как положено. Если что, вам на камеру все сфотографируют. И вы можете любую выбрать. Вот это? Это называется модель бомба. Подкладка. Мех снимается. Да. Так, сейчас давайте. Здесь как будто кожаная простежка, но это не кожаная простежка. Но очень оригинально сделано. Да. Вроде бы как и куртка, в то же время смотрится как кожа. 12 800. 10% скидку еще сделают. С М-ки до 3XL. Да, до 3XL. Другие модели тоже покажу. Угу. Ну, они такие же, просто тут чуть-чуть. Стежка другая. Ну, да. Лекалы одинаковые. Лекалы одинаковые. Так. Также в черном цвете. В черном цвете. Сколько цена оно? 12 800. 12 800. Курток очень много. Вот, давайте вот эту.
Вот тоже интересная куртка. Укороченная, да, она такая идет? Да. Бармашки. Фирма Баротелли. Фирма Баротелли. С карманами. А она в какую цену? Она 12 800. 12 800, еще скидка. Так, размеры? Все сэмки до 3 XL. Угу. Так, это удлиненная. Смотрите, все как аккуратно сделано. На верблюже мехи. Карманы здесь есть. Вот здесь все написано. Все написано, состав, кармашек, замочки. Да, и здесь замочки. Угу. И документы можно положить. 13 500. 13 500. Мех отстегивается. Да. Это уже зима. Ну и, конечно, бомбу модель. Шик-ок показать. Необычный такой. Вроде бы, как он, кашемир, да, или как? На верблюжьем мехе. На верблюжьем мехе. Тут вроде бы и пиджак, и в то же время куртка. Или как еще пальто, куртка. Что самое интересное, снимается вот здесь. Вот это все убирается. А, убирается. И как пиджачок. Как пиджак можно использовать. Да. Когда как пальто, можно... пиджак и куртка. Вот так бы. Три в одном бы я его назвала. Три в одном. И цена его 15 500. Вот эту бы модель я назвала бы три в одном. Очень интересная. Шикарно. Здесь, да, вот посмотрите, здесь на клепочках. Кстати, можно расстегнуть, если водитель раз или в транспорт присесть, чтобы раз, расстегнул и присел. Ну, давайте перейдем на эту сторону с мехом. Парки мы сейчас. Вот такая вот шикарные парки пришли. Верблюжий мех натуральный, подкладочка, все аккуратненько. -30, говорит, градусов можно носить. Такой вот ткань хорошая. 21 500. 21 500. Еще будет скидка. А размеры с какой по какой? С М-ки до 58-го. Еще в другой, да, расцветки? Да. Это с бордо вставка, а это идет темно-синяя такая. Угу. 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 Так, я смотрю, там у вас еще пальто, да, есть? У нас еще пальто. Давайте есть? Пальто покажем. Так, вот осеннее пальто такое рыжее. Вот сейчас кто? Угу. Так. Альберто Сальвадоре. Угу. Альберто Сальвадоре. Сколько цена? 11 500. А размеры? 11 500. Размеры? С какой по какой размер? 48-58. Так, также есть пальто с мехом. Давайте тоже его покажем. Расцветки, смотрю, тоже есть разные. Такой на 6 пуговичках. Снимается. Мех снимается. Вот как сзади. Хлястик сзади. Угу. Размеры с какой по какой? 58. 48-58, а цена? 7 500. 7 500. 7 500. Также они я хочу. Также есть в черном цвете. Они в однотонке, в темном цвете есть. Также есть представлены здесь жилеты. Вот сейчас тоже 6 500. Стежка такая легкая прям, а здесь идет ткань. Можно также приобрести полностью стеганые. А размеры жилета с какой по какой? 48-58. Также расцветки, посмотрите. И перламутровые есть. Также есть в молочном цвете. И есть жилеты. Давайте покажем вот это эти шерсть. Вот. Шерсть. Жилеты. Шерстяные, вот кто любит, да? Размеры с какой по какой, цена их? 48-58. 48-й. И цена? 6 500. 6 500. Также в этом павильоне можно приобрести себе водолазки. Огромная расцветка, цветовая гамма. Посмотрите. Также есть на замочках. Сколько эти? 4 800. 4 800? Да. А эти размеры с какой по какой они у вас? М-ки до 3 XL. М-ки до 3 XL. Сколько? Глазочки по 3 500. 3 500. Тоже расцветки разные. С надписями тоже более утепленные уже есть.
А они сколько? 4300. 4300, вижу, ага. Смотрите, какие интересные. Разные расцветки. Так, ну и, конечно, я хочу показать, что в этом павильоне есть еще джинсы. А, покажи, пожалуйста, вот так вот. Хоть какие вот, ага. Шикарные. Это размер из какой по какой? 31 до 44. 31 до 44. И по цене они? 5500. 46 до 64 размера. И есть даже до 64 размера джинсы. Давайте вот так разные, покажем. Разные. Есть, да, большие размеры, да. Тоже? Да, есть. Вот еще вот такие. Посмотрите, есть. Тоже. А эти сколько? Также 5500. 5500. Еще скидки будут. Вот такие есть еще. Хлопок такие, да? Еще батальную серию. Давайте покажем. Угу. Такие же есть баталы. Вот, ага. Большие, большие. Большие, вот самые большие размеры. Ага. 64 есть. Также есть вельвет. Давай вельвет я покажу. Потому что сейчас очень модные вот пошли брюки. Вельвет. Очень любят сейчас. Вот они стоят. Качественные. Они еще вот в таком цвете. 6500. Размеры тоже, да? До какого? 48 до 58. 48 до 58. Так, давайте покажем еще. Так что, кому интересны брюки, джинсы, тоже пишите на WhatsApp, и вам подберут любую модель. Ну и, конечно, есть в этом павильоне классика. А классика в какую цену? 4500. Угу. Черные, синие. Синие. Качество прям вот очень мягкое. Прям трогаешь руками. Еще вот такие есть. Угу. Тамара, вы еще можете сказать, что у нас все тоже производитель, это гарантия, ни одного Китая нету, супер качество. Оксан, сейчас уже это прохладненько, и ребятам тоже хочется какие-нибудь джемперочки, такие облегченки. Вот, сколько, пожалуйста, они, в какую цену они у вас? Они по 4500. 4500. Тоже, ребят, рассвет так очень много здесь, и есть... С абстракцией есть, просто однотонки. Тоже пишите на WhatsApp, и вам выберут, подберут ваши размеры и сделают вам отправку. Или приходите также. Если вдруг не подходит, то обмен вам обязательно сделают. Но, по крайней мере, стараются подобрать, чтобы подходило, и вы ушли отсюда довольны. Правильно? Конечно. Оксан, спасибо вам огромное, хоть и за кадром, но вы меня сегодня выручали и помогали. Поэтому я уже заговорилась. Дорогие друзья, очень качественные товары в этом павильоне. Я честно скажу, я гарантию тоже за этот павильон даю, потому что действительно куртки достойные по качеству. Вот кто здесь приобретет, вот потом вы уже сами убедитесь, что качество действительно хорошее. Также от моего канала будет... Здесь цены есть, можете прям зайти, если вы приходите. Вот стоят ценники. Кстати, это второй павильон, где стоят цены. Это Marcel Kids, детская одежда. И вот этот второй павильон, где я вижу с ценами на садоводе. Также есть и вот такого варианта куртки. Правда, я не знаю, сколько они по цене. Сколько они... 7500 есть. Поэтому я так сейчас проведу, что еще есть другие модельки. Вот тоже интересная. Также вот мы показывали. Я сейчас поверху вот так пройду. Также вот кого-то интересует, может, более удлиненное пальто. Камеру вот так держу уже наверх. Еле-еле, насколько возможно. Есть такой вот тоже... Воротник отстегивается, вот осенние еще есть, с вязкой тоже есть бомберы в клетку. Ну и, конечно, у них есть также головные уборы. Но сейчас еще у них придет ассортимент, в том числе еще головные уборы, да, Оксан? Поэтому, кого интересует этот товар, пожалуйста, гарантию на отправку делают. Ну и, конечно, я хочу показать еще, вот, забыла, толстовочки, у них остатки размеров по 1500 идут. Размеры. Кого интересует, вот турецкий, да, можно по 1500 также приехать и приобрести себе толстовочку. Качество очень хорошее.
1500. Также на замочках. Это размеры остались. И вот сюда повесили. Также можно и жилеты, и трико по 1500. Пожалуйста. Также можно приобрести в этом павильоне. Ребят, еще раз показываю визитку. Еще раз говорю. Качество. Качество товара очень хорошее. Я все потрогала, пощупала. Качество все натуральное. Вот такой вот павильон, еще раз говорю. Вот стильная мужская одежда, обувь. А, сейчас обувь, да, у вас в пути? В пути. Да, у них сейчас будет новый товар, поэтому следите. Подписывайтесь на WhatsApp-группу. И все рассылки по этому товару вы можете там посмотреть, выбрать и заказать. Все, ребят, извиняюсь, если что не так, потому что мы старались. Никто, не все, вернее, могут работать на камеру. Поэтому, ребят, мы как смогли, помогли, но на будущее, конечно, мы обязательно постараемся найти мужчину-модель, который даже вам оденет. И извините, я женщина, я бы могла тоже одеть, но это мужской товар, к сожалению. Я не мужчина, рядом со мной здесь нет мужчины, который бы мог одеть. Поэтому в следующий раз, я думаю, мы найдем какого-нибудь молодого парня, и мы оденем все эти модельки для того, чтобы... Угу. Здесь идет от производителя это товар, не перекупщики. Поэтому заходите и покупайте. Одевайтесь модно, стильно и молодежно. Всем пока-пока.